Вето почти на полсотни решений. Северодонецкий городской голова Валентин Казаков отменил 47 решений депутатского корпуса, которые приняли в его отсутствие. Он считает, что депутаты необоснованно выделили деньги на их реализацию. Поэтому предложил обсудить эти вопросы на внеочередной сессии горсовета, но она так и не состоялась. Зарегистрировалось 8 депутатов. Почему депутаты проигнорировали заседание, узнавала Анастасия Волкова. Информация о внеочередной сессии появилась на сайте Северодонецкого городского совета вчера. На повестке 47 вопросов. Столько решений отменил городской голова Валентин Казаков. По его мнению, суммы, выделенные на покупку тротуарной плитки и урн для мусора, а также на проведение новогодних праздников в Северодонецке, завышены. Более того, все решения приняли во время его незаконного смещения. Но внеочередная сессия так и не состоялась. Из 36 депутатов зарегистрировались 8. У нас данного количества нет, поэтому сессия признается несостоявшейся. На вопрос, почему сессия не состоялась, мнения присутствующих разделились. Была попытка созвать городской совет для того, чтобы попробовать преодолеть вето. То есть, если вето никто не преодолевает, значит, автоматически те запреты, которые приостановил Казаков, они вступили в законную силу. Поэтому те 47 решений, включая мусорные контейнеры, включая развитие разных программ, ну, они будут теперь рассматриваться по новой, очевидно, на очередной сессии. Решения сессии действуют, они подписаны и опубликованы были на один день раньше, чем появилась эта вето Казакова. Соответственно, по закону решение, если оно подписано и опубликовано, оно вступает в силу. Также секретарь городского совета рассказал, что в пятницу он инициирует следующую сессию. Тогда депутатский корпус попытается снова отправить мэра в отставку. Уже в третий раз. Анастасия Волкова, Роман Царевский, Пудия.